Буэнос диэс, братва. Ядерный разрывный заряд выше экрана, это значит, что мы продолжаем проходить контроль. Садитесь поудобнее, хватайте ништячки и поскакали. Так, парапсихология, так. Я покурил мануалы. Оказывается, там где-то должны быть. Эти как их... Не зря же там кубы валялись. В этой ёпою маму ловушке. Поэтому сейчас идем туда и смотрим, где же эти мать их за ногу кубики. Все ломает и крушит. Так, теперь надо где-то выстроить второй кубик. Эй, сюш, сюда иди, да? Блять, не успел. Опц. Ага, открылась дверь. Да ёб же ж мать. Так, это еще ни хера не финиш, судя по всему. Тык-тык. Так. Вон ты где. Церемониться я с вами буду, собаки. Ух ты ж мать твою. Самый умный, да?
Че, еще не все в Нирване, я так понял. Хлоп. Marshall, can you hear me? Yes, I can hear you. Who is this? My name is Jesse Faden. I'm coming to help. Faden? Hold on. I'm sending the elevator for you. We need to talk. She got that right. More of you? Really? Ух, зачистил. Marshall, especially. Does she know what happened to Dylan? Welcome to the party, ma'am. Marshall is right down the hall. Starting to worry. Неужели нашли? Congratulations on your appointment, Director Faden. I'm Helen Marshall, head of Bureau Operations. Zachariah is dead then, and I assume you found his gun. Just call me Jesse. Trench told me to find you. He said you could help. And he told you this through the hotline. Makes sense. None of this fazes her? Really? Here's the situation. Darling created the HRAs in a lab nearby. We need more if we're gonna survive this attack. My rangers can't secure the lab alone, not against those things. We need more firepower. At least she seems to know what's going on here. She could know about Dylan. I can clear out the hiss. I'll be your firepower. That's a good answer. Is she testing me? Darling has systems in place to protect his labs. This should help you get past them. We'll talk more after you clear out the hiss. Rangers, let her through. We'll have to lock the door behind you. Sorry, but we can't risk a breach. I see Rangers over there. We have to help them. Так. А ну-ка помацаем, что у нас тут? Оу, clusterfuck. Так, а сейчас этот контролер будет определять, что какая-то из его кукол решила помереть. Так. Нихуя, вот узлы кумар развесили. Блять, не хватило. Вот теперь будет порядок. Эй, там. А ну, чики-брики в танке. Так, для тебя отдельный подарок. А чё ты так покраснел? Смутился, что ли, или пиздец увидел в первый раз?
О, свои. Double kill. Они напоминают мне этих, блядь, хищных опоссумов из первого Мадагаскара. Только орут немножко не так. Сука, камикадзе. Шмаляю по приборам, чуваки. Куда понесся? Ху-ху. Оп. Оп. Так, ну хоть хильнулся по-человечески. Трейс. Льюис? Хэмилтон, что ли? Или это типа трупов не убить? Среди ублюдков шел артист. В кожаном плаще мертвый анархист. Крикнул он, ой, челюсть дал. Опа, работает. Можно я буду этой мусоркой пиздить? Трупов вел он за собой. Был на руке застывший фак. Из кармана торчал пиратский флаг. Бум. Зомби всю ночь кричали. Хой. Мы анархисты, народ не злой. О, с подключением, говно. Блять, немножко не вовремя. Так, ну вроде даблкиллом дело пахло, нет? Собачье мясо. Мазаракш. Ёб твою. Это проблема, братва. Сучка, откатил щит. Как же, блять, все несвоевременно. Приходится очень часто уворачиваться от всего говна, который он... Раскопал, как кирпичи в тебя летит струя мочи. О, сдох, говнотик. Наконец-то. Так, а что-то я тут не понял. О, можно мне Фадина? Последним патроном, последнюю тачку. Не. Не последнюю, соврал. Так. Я же думал, там какая-то сука лезет. Ну и. This way to the lab? Okay. You must like these HRAs. Sounds like Darling built them. And most of the things around. Знаешь, меня сейчас. If Marshall can't help us with Dylan. Не счел на лечение тяжелым, так. Ну, скидняк. Assuming he's not dead. Or taken over by the hiss. Ага.
Блин, я вижу, что комнатуля тупиковая. Угу. Так, а вверх Джесси подпрыгивать не умеет. Значит, надо как-то по трубам. Не, хуй. Блять, как же туда забраться? Мне надо попасть на вот эту верхнюю трубу. Там, в принципе, есть возможность. Но, блядь, я нахожусь прям под той трубой, с которой прыгать, ну, сам БГ велел. Пизда. Так, с этой стороны никак. Либо я изначально не туда попёрся. Так, здесь нет двери. Ага. Так, а это что за точка? Так. А, типа такой замок хитровый ебаный. О, лаба. Так, сначала спиздим Докиса. We have a new problem. We need to get the HRA machine working. I've replaced a couple of spark plugs, but this looks a bit more complicated. Darling must have had a system. Randomness isn't in his nature. The punch cards, the symbols, the terminals. How do they connect? I'll see what I can do. We need to find all the punch cards. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый терминал не запущен. И от него по... И от него кабель уходит хер пойми куда. Так, пятый, третий, второй и первый. Четвертый. Четвертый. Have you checked the upper floor? Ага, вот четвертый.
Each punch card should correspond to a terminal. Так, ага. Так, первому воткнул. Так, значит, была перфуха от второго. These whiteboard drawings may be important. Казалось бы, все слишком просто. Угу. Так, ладно, продолжим. Так, тогда извлечем все карты. Будем разбираться по ходу. Так, все 5 карт у меня. Перебор вряд ли поможет. Потому что у нас 2,5 десятка комбо. Как говорится, думаю, башка шапку куплю. Доски, 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 говоришь. Так, значит, на втором квадрате, а на третьем просто дырдочка. Ага. Значок радиации на первом. Если он не на четвертом, то он подойдет к первому. Угу. Просто логический шифр. Так, второй и третий надо поменять местами. Ага. То есть, если... Так, на третьем просто квадратик. То есть, вот эта штука. На втором вот так. Дальше методом исключения или-или.
Так, но здесь у нее не перечеркнуто. Вот это дичь, значок радиации. А вот это вот хреновину должна пойти на пятое место. Если я правильно понял. Значит, в первом остается кубик. Значит, надо запускать первый и четвертый, менять местами. Так, значит, значок радиации не в четвертом, а в первом. А? Да. А вот этот хероборина, а именно кубик. Должна торчать в четвертом, да. А, блядь, я ж первый не запустил. Да. Как говорится, я был прав. Prism shattered. Darling's prototypes have a lot of issues. We need a new plan. Но побеседуем мы с этой дамочкой, наверное, в следующей серии. Спасибо всем, кто присутствовал. Луис, пиписька. До свидания. Адьос, братва.